И еще о познавательном. Познакомиться ближе с амурским тигром теперь могут пассажиры московской подземки. На серой ветке начал курсировать вот такой полосатый экспресс. Говорящее название, яркий дизайн, а внутри, пока едешь, узнаешь много любопытных фактов об одном из самых красивых, но, увы, редких хищников планеты. Как раз сегодня отмечается День тигра. Международный. Как и сама проблема, в 20 веке тигров чуть не истребили. В мире их осталось всего 4000. Амурские в Красной книге. Почти все они обитают у нас на Дальнем Востоке. Благодаря развитию там заповедников есть заметные успехи. Амурских тигров уже примерно 580. Это на целую сотню больше, чем было в 90-е.